кого-нибудь из близких. Я знаю, сколько творится на дороге, сколько аварий творится на дороге, и такого делать нельзя. Поэтому я призываю, Господи, помоги, вразуми людей. Вот почему я так ехала. Поняли? А теперь прошу, верните мне права. Я больше так делать не буду. Я у вас прошу прощения. Вот становлюсь на колени. Я хотела достучаться. Посмотрите мне в глаза. Я не могу смотреть. Нет, посмотрите. Я не могу смотреть. Почему? Вам стало стыдно. Стыдно мне стало. Поэтому, если вам стало стыдно, это очень хорошо. Значит, встаньте, пожалуйста, будьте добры. Не встану. Я не встану до тех пор, пока вы мне не вернете все мои документы. Потому что вам стыдно. Свидетель о регистрации, будьте добры. Нет, встаньте, пожалуйста. И перестанете писать. Вам стыдно, я понимаю, хороший вы человек, значит. И у вас все в жизни. Посмотрите мне в глаза. Посмотрите. Посмотрите. Скажите, пожалуйста. Ну, хватит. Я призываю. Встаньте, пожалуйста, будьте добры. Вы мне нравитесь. Я вам тоже, я чувствую. Поэтому смотри сюда мне. Смотрю. Смотришь? Ну смотришь, сволочь, смотришь, смотрю. Вот бы мне такую бабу, а знаешь почему? Смотри сюда, козел, ух, козел, блядь, ебучий. Ой, потише, да? потише, Женщина. Я вам теперь скажу, почему козлы. Скажите. Ух, блядь, вы любите баб, любите завоевывать такую, вот сейчас бы вот эту, охомутать козу, оставить ее, суки, раком. Так бы было бы хорошо, а вы, суки, своих должны лелеять. Понять, что, суки, нельзя так делать. А надо мы своих все лелеем. Вот и лелейте. И своих, молодцы. Но не чужих. Вот, молодцы. Вот. Молодцы. Уйди отсюда, сказал. Уйди отсюда.